Сегодня я буду высаживать рассаду патиссонов в грядку, которая у нас в течение нескольких лет формируется за счет различных органических отходов. Перед вами М-контейнер для ферментации пищевых отходов. В течение зимы в нем собирали кухонные отходы, просыпали эффективными полезными микроорганизмами для их ферментации, а не гниения. Их кладем в подготовленные лунки для посадки такой овощной культуры, как патиссон. Лунки заполнила ферментированными кухонными отходами, присыпая их перегнившей органикой из той же грядки, добавляя немножко вермигрунта, где есть 25% биогумуса. Чуть-чуть, потому что в пищевых отходах есть питание. Содержимое лунок хорошо проливаю. Высаживаю патиссон. Удобно заранее готовить рассаду, потому что не нарушается корневая система. И подсыпаю еще земли. Пожалуйста, в данной грядке очень много органических отходов. Естественно, будут дождевые черви, которые перерабатывают ее, так как это для них питание. Вот еще один. Так, отправим их, пусть работают. Второй патиссон высаживаем. Добавлю еще немножко земли. Самое главное, чтобы корни не касались кухонных отходов. Так. Еще немножко добавлю вермигрунта. Чуть-чуть. Хорошо проливаю. Так как на улице стоит жара более 25 градусов, и чтобы не испарялась влага, а сохранялась внутри почвы, я землю вокруг патиссонов прикрою. Потом еще добавлю немножко. Так, это у нас газонная трава. Мы ее уже скосили. Она как раз у нас пойдет для мульчирования почвы, чтобы спокойно проходил воздух корням растений. Все, удачи вам! И хорошее настроение.